Нужно было подготовить тройки для парсера DataCall под туристическим сайтом. Сайтов было несколько. Это отзывик, отзыв.ру, это TripAdvisor, TourPravda. Нужно было собрать и отзывы, и рассказы. И iRecommend. Нужно было собрать отзывы по отелям и отзывы отдельно по странам. Давайте посмотрим структуру, которую мы собрали по каждому сайту. Вот возьмем, протестируем. Нужно было собрать страну, город, отель, заголовок, текст, оценка, дата, которая была на сайте по размещению данного объявления, фото. Они собираются в отдельную папку по каждому отзыву. И нужно было проставить ссылку на каждую фотографию. Фотографий могло быть несколько. И далее ссылка на страницу, с которой мы собирали, собственно, саму информацию. Такие же самые настройки для остальных. Давайте посмотрим отзывик. Протестируем. Страна, город, отель, заголовок, текст, оценка, дата, фото, ссылка. Отзыв.ру. Страна, город, отель, заголовок, текст, оценка, дата, фото, ссылка. И на всех отзывах есть фотографии. Самым сложным было собрать с TripAdvisor, поскольку на TripAdvisor часть отзывов она отображается только при загрузке через Google Chrome. Вот мы видим, как грузится Chrome. Вначале мы увидим, что отзыва нету, а потом после загрузки он появляется. Вот он раз появился этот отзыв. И была сложность в том, чтобы собрать оценку, текст данного отзыва и дату. Вот мы его здесь собрали. И, наконец, TourPravda отзывы. Вот мы видим страна, город, отель, время поездки, заголовок, текст, оценка, фото и, наконец, ссылка. Такие вот настройки .par были переданы заказчику, и он смог их использовать на своем DataCall.